Давайте, знаете, что сделаем? Давайте-ка мы вывесим двигатель сейчас и покончим с поддоном. А потом все сразу как соберем. На этой машине вывесить двигатель одно удовольствие. Берем, снимаем по два болта на рычаге, здесь и здесь. И два болта с каждой стороны на моторной раме. И все. А еще, конечно, подушки двигателя. По одной гаечке. Но все равно, как я вижу, это очень просто. Что у нас, как там? Да такое все житейское. Сейчас помою его, солю остатки масла и меняю вот эту прокладочку, которая у нас тоже новая. Это чтобы прокладка была в подвешенном состоянии, когда мы нацелим поддон и нажмем пару болтов, мы их отпустим и повытаскиваем. На трубку щупа тоже предусмотрена прокладочка. Ее очень желательно поменять. Обычно их всегда забывают, потом начинают здесь с раломазовым то герметиком и разными другими продуктами, которые там не должны находиться.
Кстати, вот здесь забыл. Надо поменять прокладочку, которая у нас есть. Вот здесь у нас идет алюминиевая шайба. Ее менять не надо. Ну, если, конечно, она откровенно не течет. А здесь такое резиновое колечко. Оно у нас вместе с сальничками. Вот оно, видите? Вот. Его мы и поменяем. Чуть протупил, пришлось снять генератор, потому что забыл поставить эту самую качелу. Она здесь неудобно крепится. Сюда вот клиент сальник привез. Сальник на коробку натяжителя ремня генератора. Немного это неправда, потому что вообще этот сальник, он идет вниз на кочергу натяжителя ремня компрессора. Они немного разные. Ну ничего, спорить не будем, клиенту виднее. Я здесь не вижу принципиальной разницы, если мы вдруг ошибемся и не так поставим. На задний болт на крепление компрессора идет кабель с массой. Как ты уже говорил, не забываем подсоединять компрессор. Еще клиент попросил, если будут сниматься радиаторы, то смыть их. Он там жижи разной привез, говорит, помой, пожалуйста. Но так как мне сейчас в одно место надо ехать, поэтому я сейчас радиаторы возьму с собой, и пусть радиаторщики их и дунут с карчера. Дальше. Новый демпфер. И новые болты к нему.
Ну а как вы смотрите, если мы сейчас весь мотор накроем? То есть мы возьмем и поменяем прокладку. Сейчас у нас будут выпадать здесь болты. Мы их не будем терять. Вот здесь в уголках, во внутренних и на внешних, вот здесь такие пэм-пэм. Рекомендуется нанести герметик, буквально по капельке. Самовар я потом подключу, пока просто закрутим крышку. На форсунке у нас будут идти вот эти колечки новые и новые медные прокладочки. Форсунки достаточно неплохо перемазаны керамической пастой, поэтому я их больше ничем дополнительно обмазывать не буду. Это у нас форсунка номер 6. Номер 3. Десять ньютон метров
форсунки. Вам еще, если помните, самовар надо подключить. Кто не знает, что такое самовар в BMW, добро пожаловать в первую часть этого видео. Там я это рассказываю и показываю. Вот здесь у нас всос и высос. Правда, трубка сантехническая, которая вставлена в шланг, она очень сильно примята. Видимо, примята этим самым хомутом, который я закручиваю. Ну, так уж есть. Ничего мы здесь менять не будем. Чуть прижму. Ну, надеюсь, будет держаться. А это у нас, соответственно, высос. Сейчас чуть-чуть, как и было, сюда изоленты подмотаем, чтобы плотнее вошло. И все. С учетом того, что здесь все сделано из сантехнических материалов, можно и пакли, конечно, намотать. Это такое уплотнение. Тен. Еще. Лучше, чем он там на хомуте держится. Самовар подключен. Так, впускной коллектор. У нас здесь распоряжение поменять вот эти вот сальники. А эти сальники у нас вот они. Вот эти резиночки, судя по всему, уже менялись. Они в неплохом состоянии. Честно сказать, и сальники тоже в неплохом. Ну, если что, отдадим клиенту, а он, может быть, потом на eBay продаст их. И именно за эти резиночки я говорил, аккуратно при монтаже следим, чтобы они не упали вот в эти окна, только в коллектор. И при малейшем подозрении, что это произошло, незамедлительно, безжалостно снимаем коллектор
и ставим его повторно. Поверьте мне, вы потеряете гораздо меньше времени, чем при замене поршня и гильзовании, вполне возможно. Теперь, когда будем ставить, подключаем вот этот шланг. Вот сюда мы одеваем электромагнитный клапан и сюда подключаем фишку. Да, кстати, насчет рубля, помните? Хозяин машины еще просил проконтролировать, чтобы он был на месте. Видите, рубль у нас там, где и положено, глушит ТХР. Теперь проверяем все наши резинки, коварные и не коварные, после чего ставим. Отлично, крутим. Шайбочку медную под поддон я поставил, свою. Вазелинчиком и ставим. Проверяем резиночки. Отлично.
трубка или шланг тоже у нас будет новый. Мажемся по старой традиции. Как я смазываю, да? Привычными движениями. Заливаем воду и открываем вот здесь дренажные две пробочки и откручиваем, пока с них не пойдет антифриз. Полностью выкручивать не надо. Приоткрываем их. Ну, когда вы под горловину заливаете, потом начинаете их откручивать, видно, как резко уходит антифриз. Этого достаточно, больше откручивать не надо. В коем случае не пытайтесь посильнее затянуть болт, этот пластиковый, потому что сорвете его и все. Откручено, да. Конечно же, потом мы еще заведем машину, прогоним и повторим все то же самое. Открутим пробочки, посмотрим, идет ли с них антифриз, и при необходимости добавим. Как я и сказал, потом мы перепроверим, что надо нам залить масло, подкинуть аккумулятор, и можно будет попробовать завести машину. Масло заливается сюда 6,8 литра. Масло любезно предоставлено владельцам автомобиля. Thank you.
Так, ну что, пойду я аккумулятор накину и попробуем завести. Так, ну что, предварительные ласки у нас удались. Теперь осталось нам понакидывать все, что у нас пооткинуто. Перемерить еще раз масло и отдать автомобиль его владельцу. Ну а на этом, в принципе, все для нитерплячек. Всем спасибо, всем удачи, всем пока. Ну а мы здесь пока быстренько закончим. Кстати, владелец этого автомобиля нашел меня именно благодаря YouTube. Он приехал аж с Барселоны для того, чтобы привезти машину на ремонт мне и только мне. Славик, большое тебе спасибо, что я могу сказать.